Один из удачных инвестиционных проектов, который был реализован в республике в 2015 году, сервисный центр ВТБ-24. С работой колл-центра познакомились Михаил Игнатьев и журналисты республиканских СМИ. За год в сервисный центр трудоустроились тысячи молодых людей. Среди них и жители Чебоксара, и те, кто несколько лет назад уехал в Москву, но посчитал, что необходимо вернуться. Я решил вернуться в родные края, как бы зарекомендовать себя, какую-то лепту внести в Чувашскую, так скажем, республику. Так как ВТБ-24 является одним из самых крупнейших банков, и это далеко не секрет. На данный момент я являюсь экспертом ипотечного продукта, так что очень рад вернуться, еще раз повторюсь, в родные края. Выбирая Чебоксары, среди 2000 заявок руководство банка в Москве особо подчеркивало наличие квалифицированной рабочей силы и хороший уровень подготовки специалистов местными вузами. Но помимо решения кадрового вопроса, наличие в регионе такого инвестора способствует улучшению делового климата и пополнению бюджета. В основном фиксируется рост налоговых платежей физических лиц. За 5 месяцев 2016 года по поступлениям налогов в республиканскую казну практически достигнут годовой уровень 2015 года. От нашей работы сегодня зависит деловой климат в целом Чувашской республики. Просьба, я рассказываю, как вам работается. На самом деле ВТБ-24 работает, потом дело средства массовой информации, подаем информацию. На встрече с коллективом сервисного центра глава Чувашии говорил о ремонте и строительстве дорог в республике и столице, развитии аэропорта Чебоксар, о ценах на продукты, а также о занятиях физкультурой и спортом. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика.